Я пиздец села быкам. Все. Хоть и октябрь месяц, даже еще не середина, а мы начали их кормить. Все пастбище у нас съели животные, и ничего не осталось. Домой гнать, перевозить. Особого смысла тоже сейчас нет. Там для них собственное место-то нет. Там есть небольшой загон, где они могут немного пожить. Мы планировали забой и отгрузку начинать в ноябре месяце. И думали, что они здесь до 1 ноября и пробудут. Не получилось. Вот он привез кормушку вчера. И рулон уже поставил. Вернее, даже получается позавчера. И вот ровно за 2 дня они съели все до... В общем, съели они все. Да, только уже до палок. А сено у нас, конечно, будет разное. Сюда мы им привезли самое крайнее, которое в стоге лежало, и оно... Ну, можно сказать, самое плохое. Вон, смотрите, сколько палок. Ну, жестких таких. Они тут оставили. Ну, это совсем немного. В общем, аппетит у них хороший, у ребят. Поэтому сейчас он привезет несколько рулонов сюда. Вот уже, собственно, привез на телеге. И будет им ставить. Сегодня у нас была отгрузка, я вот, собственно, с нее и иду. Забрали одного бычонка. Я не снимала на длинное видео эту погрузку. Ну, можно сказать, ничего там особо интересного нет, потому как, ну что, схватил быка за рога и потянул в транспорт. Приехала газелька. Трап у них совсем маленький, узенький, бортов нет. Ну, в общем, 2 часа они строили этот трап и заход в эту газель. А быки в это время, вся группа животных стояла, ела сено. Потом того, кто был нужен, до этого за день приезжали, выбирали. Того, кого был нужен, кто был отобран. Взяли, как говорится, быка за рога и погрузили. Все, уехал парень. Ну вот, как я и сказала, рога тебя подвели. Самого первого увезли рогатого быка. Потому что удобнее всего грузить такого с рогами. Веревку на рога одели и фалом притянули. Ну, в общем, у него там несколько рулонов в телеге. Сюда в гору, в такую. Вообще даже не заехать, наверное, с этими телегами. Ну, сейчас рулончик поставят прямо туда. И быки сами придут. Хотя они сытые. Они там рулона уже сожрали, пока ждали изготовления этого трапа. Сегодня погода у нас, на удивление, хорошая. Просто солнце светит целый день. Сейчас животные попьют. Пока шли по полю, мы их отсюда гнали, всю эту группу, на другую сторону, к месту погрузки. В канавах столько воды, что они шли по пути, пили. И пруд, с которого они пили все лето, наполнился в 2 раза. Ну, в общем, что, все показала, рассказала. Поехала я домой.
Кому нужны бычки, пишите, звоните, отгрузим. Экологически чистый продукт получите на выходе. Всем удачи, всем пока. До свидания. Мой уже третий раз принимается за вспашку этого поля. Поле-то поле. Тут, можно сказать, у дома 1,5 гектара, даже чуть меньше. Но дожди вообще не дают работать. У нас 3 суток. Дождь идет, а сутки так прям проливной, беспрестанно. И вот в поле не въехать. Часть у него была уже запахана, а сейчас остался вот такой тут клин. Ну, в общем-то, конечно, сыро. И тяжело, так смотрю, трактору дается это мероприятие. И сейчас очень ветрено на улице. Конечно, погода испортилась совсем. Пахать решил сам, а дисков у нас все равно нет. Где-то придется искать и нанимать. Не знаю пока где, и расценки еще не узнавала. Кто поедет это делать на такую малипуську? Ну, правда, у нас еще есть большое поле. Не знаю, что будет он делать с ним. Сам ли пахать, либо уже вызовет. Ну, большой трактор с такими нормальными уже плугами или дисками, не знаю с чем и как это правильно делать. Вот здесь, конечно, ничего доброго нет. Вот канава, просто ее заливает водой. Вот даже видно. Вот оттуда с полей весной бежит вода. И такой поток прям через дорогу льется. И там дороге была труба. Вот туда, к тому дому, между двумя этими, и в речку. Но она, в принципе, сейчас работает, эта мелиоративная канава. Но она, конечно, не мелиоративная канава в идеале, а просто так было сделано, не знаю почему. Ну, как-то нужно водоотвод было делать. Наверное, это место и выбрали. А теперь это место наше, хотя оно, конечно, использовано никак не может быть. Я вообще-то тут уже лет, не знаю, 6, наверное, назад он все расчищал. Вот эти деревья уже выросли за это время. Вот. Этот отрезочек, наверное, получается самым сложным, потому как чего-то он то пятится. В общем, задом наперед ездит. Как мне сказал, в свал и в развал пашут. Но я не то чтобы не поняла, поняла, но показать не могу. Я понимаю, что когда в развал посреди поля, вот так, где стык земли окажется, где две паханные встретятся, будет ямка. Теперь он
туда поскакал? Не знаю. О, точно поскакал. В общем, дел в хозяйстве много. Не знаешь, за какое приняться. Особенно ему. Я думала, вычистит навозные сараи. И все. Оказалось, не все. Пока здесь этот навоз раскидали. Сколько телег сюда свезли, но навоза, конечно, здесь не видать, и ощутимо оно никаким образом не будет. Но поскольку это поле просто вообще лысое, здесь нет ничего, оно то затоплено, то еще что-нибудь, и уже совсем такое мхом покрывается из-за заболоченности и сырости. Поэтому сейчас купим какой-нибудь травки и посеем.